Привет, друзья! Как снять острую боль? Ну, боль может быть в ноге, там, ну, вдруг вы ударили ногу и боль острая. Или в душе боль. Ну, как снять острую боль? Войдите в боль. Не боритесь с этим. Не боритесь. Начинайте к ней прислушиваться сильнее, вы заметите, что вы напряжены. Конечно, боль вызывает напряжение. Это же стресс. Острый стресс. Вы напряжены, а вы напрягитесь еще сильнее. И в этот момент подумайте о нерешенных вами вопросах. И тогда энергия напряжения начнет перетекать по этому адресу. И вы потом заметите, что, во-первых, вас отпускает. Угу. Да-да. А во-вторых, потом, когда эти задачи будете решать, то они решаются успешнее. Главное при боли, при стрессе не противоречить с этим, не входить с этим в лобовое столкновение. Убрать противоречие. Это называется синхронизация к текущему состоянию или адаптация к текущему состоянию в моменте, чтобы взять эту ситуацию под свое управление. Да, друзья, до встречи.